Добрый день, друзья! 22 мая у нас началось лето. Первый завтрак с клубникой, сорванной со своей грядкой. Первая роза, приоткрылся бутон. Сегодня приезжает первый гость в наш дом на юге. Что еще? Сегодня в этом сезоне. Да, сегодня день рождения нашей первой внучки. Ладно. Моя Кока-Кола, я ее не пил 15 лет, ура! Если в Сибири у нас была примета, сторожилы, как нам говорили, когда зацветает рябина, тогда окончательно и бесповоротно наступает тепло, то здесь, на Кубани, для нас такой приметой становится цветение акации. Белая акация цветет, великолепный запах, лето началось. Еще одна радость сегодня. Пришла пенсия. Пенсия очередная. Как хорошо нас выручила, а то было 400 рублей на двух карточках одновременно. Ну а главный праздник, конечно, день Николая Чудотворца. Николин день. И в свое время, когда внучка наша родилась, 14 лет назад, я даже молодым родителям предлагал, давайте назовите ее Николя. Очень красиво, значит, все прочее. Не Николя, а Николь. Ну, хорошо. Ну, я-то не француз, значит. Так что с прекрасным наступившим днем, товарищи. Пусть у вас все получится. Выпускников поздравь. Да, сегодня в нашей Гастагаевской школе последний звонок. Поздравляю, ребятишки, с окончанием учебного года. И наших внуков и внучек. Вот, впереди лето. Поздравляю с началом лета. В общем, сегодня замечательный день. Вечером поедем на театральную площадь в Анапу, где продолжается фестиваль Амори Фест. На джазовый концерт будет выступать легендарный саксофонист Игорь Бутман в сопровождении джаз-оркестра биг-бенда Георгия Гороняна. Причем мы немножко не разобрались, Георгий Гаронян, то ли это легендарный, который на фирме «Мелодия» сопровождал песни вплоть до записи Владимира Высоцкого, то ли это биг-бенд из Краснодарской филармонии объединения «Премьера». Но нам без разницы, Бутман будет, 19 часов начала и до без 15:09 он выступает на театральной площади, а потом Бутман отправится на центральный пляж, типа как закрытие фестиваля. А нет, открытие сезона на Анапском побережье. Вероятно, его посадят в шар с надписью «Россия», поднимут, осветят прожекторами, значит, он там сыграет. Прекрасный фестиваль, впервые в Анапе он проходит, называется «Морской фестиваль кино, любви и вина». Вот. Я вообще, когда администрация объявляла всякие разные идеи, я предлагал тоже в середине мая провести такой праздник «Первая черешня». «Первая черешня» обычно появляется в середине мая, то есть люди приезжают, и, например, вот была бы первая черешня, но это весна поздняя, и черешни первой практически нету, по крайней мере. Минус то, что вино очень плохо рекламировать, продвигать, потому что, с одной стороны, это достаточно узкая группа людей, которые, значит, увлекаются вот только вином. Вино – это экзотика, рекламировать это сложно, поэтому такие проблемы, значит, организаторы немного испытывают. Вообще, программа шаров, ветер анапский помешал, конечно, ее полностью реализовать. Я вот не знаю, сегодня утром было или не было, но резкие порывы ветра. А Бутмана, да, все-таки поднимут, я думаю, на шаре, может быть, привяжет хорошо, крепко канатами. Вот, мы на шары, к сожалению, не съездили, возможно, я завтра съезжу. Ну и народ мог смотреть кино в лаунж-зоне на центральном пляже и мог смотреть вот вчера после нашего джазового концерта, значит, тоже начиналась премьера какого-то фильма, можно было посмотреть. А мы с удовольствием посмотрели джазовую программу. Во-первых, побывали на концерте финалиста
проекта «Голос» Олег Акуратов и его трио. Вообще трио Олега Акуратова замечательно, значит, нам понравилось. Эксцелент мы смотрели. Примечательно, мы увидели живьем Олесю Петрову, солистку нашего анапского Диксиленда, и я даже попросил ее сфотографироваться со мной, если Оксана сохранила эту фотку, значит, что мы ее поставим. Вот. Вчера на театральной площади выступала французская певица в сопровождении наших музыкантов, замечательных просто. Зовут ее Фаби Медина, как называли, да? Ну, наверное, если по-французски говорить, то Фаби Медина. Cars and races, my baby don't care for.
сегодня пойдем на Игоря Бунина. Ну, не могли мы, конечно, полностью насладиться этой фестивальной программой, поскольку же нам предлагает 20 километров, мы с удовольствием уезжаем, но не так, что вот мы анапчане, там живем, пешком из городских кварталов пошли, значит, посмотрели. Замечательный праздник, спасибо администрации города, спасибо всем чиновникам, я думаю, что последние 3 недели они просто не спали и сбили все с ног, ну вот, организовали этот прекрасный праздник. На театральной площади, значит, сегодня джазовый концерт. Кто хочет попробовать вина, может прийти там же на театральной площади. Я рекомендую попробовать зайти в павильон «Винодельня Старого Грека». Это лучшее анапское вино. Валерий Ставрович Асланов организовал эту винодельню. Прекрасное натуральное вино, собственно, виноградника, 35 гектаров. Ну и там мясо готовят, там все. Вот такой прекрасный день.